Друзья, хотите собрать всю коллекцию из игры Mortal Kombat Mobile и, конечно же, ее прокачать, а цены на души и золото в игре слишком велики и вам не по карману, я вам рекомендую магазин Paradise, где вы можете прикупить себе на аккаунт души, золото по самым низким ценам и, конечно же, на каждую покупку лично от меня 1000 душ подарок. Также в этой группе имеется услуга прохождения башни, вы можете также поинтересоваться в моей группе ВК, которую вы сейчас видите, также можете любой контент посмотреть, написать комментарий, поддержать мой канал. Если есть какие-то либо вопросы, пишите мне личку в ВК и приятных покупок, друзья. Друзья, всем добро пожаловать на мой канал. Мы с вами продолжаем играть в Mortal Kombat Mobile. Да, ребята, годовщина, день второй. Посмотрим, что на этот день нам приготовили разработчики, какие новые паки добавили и какую награду мы получаем за второй день. Заходим, конечно же, в почту. У нас неделя двойного испытания, если вы не заметили, да. Принимаем, у нас будет огненные кулаки Люкана и Китана. И ваш подарок в честь годовщины игры. Что мы получаем? 100 душ мы получаем на наш аккаунт. В принципе, если каждый день будет все больше и больше повышаться награда, это вообще будет замечательно. Теперь переходим, конечно же, в сами наборы. Посмотрим, что интересного нам завезли. То есть, также Ассасины Скарлет. И все. В принципе, что было, то и осталось. Ничего интересного нам и не добавили. Да, друзья, это добавили нам именно за души. Именно за души. Ну, то есть, это уже второй день, да, идет распродажа Скарлет. Мы, конечно, откроем этот набор. Конечно же, пооткрываем еще и Преисподние Старшие Боги. Но нам интересно, что нам добавили именно за донат. Юбилейный набор Заклятые враги были, получается, особый комплект Годовщина, очень хороший набор, в принципе, Люкан дается, дважды можно открыть, и 100% мы Бога Огня получаем. Получается, мы это откроем, и что нам еще есть? Кстати, вот у нас еще есть именно Годовщина, комплект для башни, да, тоже можно, в принципе, прикупить этот наборчик. Так что, ребята, посмотрим, что нам выпадет, конечно же. И что, больше ничего, в принципе, такого интересного нам не добавляют. Ну, ребята, что, начнем, конечно же, с самого интересного. Начнем, конечно же, с открытия, наверное, скорее всего, за души. Посмотрим, что нам выпадет за вот эти вот паки. Что интересного вообще будет. Или вообще ничего не будет. Вот, в принципе. Да, друзья, открываем, получается, да, будем сразу по 10 наборов открывать, тратить души, посмотрим, что выпадет на этот аккаунт здесь, в принципе, эти три персонажа, они не прокачаны, посмотрим дроп, конечно, именно на ассасинах, потом посмотрим Преисподние Старшие Боги, да, ребята, завезли снова, завозят набор именно по скидкам и, конечно же, с ограничением, ребята. Я думаю, в принципе, может быть, разработчики подумают и добавят нам нормальные паки. И нам выпадает, и нам ничего не выпадает, ребята, смотрите, офигеть можно. За 10 открытий ни одна алмазная карта не выпала. Ладно, этот очень хреново, конечно же. Ладно, давайте сделаем вот таким вот образом. Откроем Преисподние Старшие Боги. 10 карт. Посмотрим, какой дроп будет именно в этом наборе. Я думаю, мне даже очень сильно повезет. Конечно, я рассчитываю на как минимум 5 алмазных персонажей. Так, давай, дракончик, крутись побыстрее, что-то не получается нам сегодня по-быстрому записать ролик, очень медленно грузится игра. Так, все, загрузился пак, пропускаем все, и что нам выпадет? По алмазных персонажа, нет, что-то прям вообще реально не идет здесь открытие. Ладно, погнали дальше. В принципе, да, не ожидал я, что даже так получится. Открываем Ассасин Скарлет, еще 10 паков. Посмотрим, что выбьем на этот раз. И да, ребята, что нам следующее ждет? Я так понял, будет Черный Дракон. Также мы, возможно, увидим еще и Холодную Войну Ронинов. Было бы вообще отлично увидеть паки с «Да будет дождь». Да, именно на мой основной аккаунт, и мне нужно докачать именно МК-11 Рейна и Нуб Сайбот. Открываем 10 карт, посмотрим, что на этот раз выпадет ассасинов. И нам
И нам снова ничего не выпадает. Это разве нормально? Это что за открытие такое? 20 раз открыть, ни одного алмазного персонажа не выпало. Да, это очень, конечно же, интересно. Вот каким вот образом выбивать алмазных персонажей, если вот смотрите, 20 карт и ничего нету. Всего лишь с ограничением. Ладно, погнали дальше. Открываем преисподние старшие боги. Здесь мы реально должны оторваться сейчас. Вот здесь прям реально должно быть не меньше 5 алмазных персонажей. Это 100%. Давай, души списались. Посмотрим, что интересного мы сейчас выбьем. Так, ну что, давай. Открывается наш алмазный пак, и да, 4 алмазных персонажа выпадают. Да, очень, конечно же, скудно на второй день 4 алмазных персонажа именно с этого пака выпадают. Да, ладно, проверим еще дроп, конечно же, давайте со скорпионом откроем, быстренько 4000 душ потратим. И, конечно же, ребята, перейдем на самое главное, будем открывать донатный пак, будем выбивать Люкана, бога огня, на аккаунт. Да, там 100% шанс, можно его выбить и без каких-то трудов, да, то есть задонатили и получили. Не как, например, с 20% сидишь, трясешься, выпадет ли он тебе или нет. Так, и здесь, смотрите, скорпион МК-11 выпадает, офигенно, в принципе, одна алмазка, да. Конечно, дроп сегодня очень хилый, да, ребята, что я вам могу сказать. Но это не самое главное. Также, в принципе, сейчас мы откроем вот такой вот пак, особый комплект. А следующий я открою комплект для башни Годовщина. Посмотрим, сколько там снаряжений, кстати, выпадает. И что здесь еще выпадает? Карта алмазного персонажа 100%. Да, это мы тоже, в принципе, откроем. Ну что, друзья, погнали. Будем открывать именно Годовщина Люкан. Кстати, друзья, да, я не показал еще, конечно же, коллекцию. Надо будет посмотреть, какого здесь именно слияния Люкан. Он бог, получается, и посмотрим. Здесь он первого слияния бога огня Люкан, ночной волк и Фуджин даже имеется. В принципе, это очень отлично, очень даже хорошо. Ну что, будем, конечно же, мы донатить, посмотрим, что интересного нам выпадет. И, конечно же, что, нажимаем на купить и посмотрим, что же нам интересного выпадет с этого пака. Ну что, друзья, оплата прошла, погнали, будем смотреть. Так, в принципе, коробочка та же самая. Открываем по одной карте. Здесь выпадет только два персонажа. Два, получается, Люкана. Первый Люкан, конечно, огненные кулаки. И второй персонаж, бог огня Люкан. Он у меня здесь на аккаунте становится уже второго слияния. Ну что, ребята, в принципе, что будем делать? Я так понял, скорее всего, будем еще открывать. Будем открывать и посмотрим же, сколько и потратим мы денег, конечно же, да. Столько же, да. Ладно, добавляем в коллекции, будем мы еще одно слияние покупать. Друзья, ну что, донатить будем еще раз, наверное. Пополняем, наверное, еще его на одно слияние, он будет уже третьего. Нажимаем купить и пусть дракончик грузится. Друзья, ну что, оплата прошла. Долго, конечно, крутится сегодня этот дракон. Вот прям реально очень долго. Ладно, все, открываем эту пачку. Следующее мы, конечно же, еще будем донатить, ребята. Так что не уходите. Посмотрим, какой будет дроп у нас дальше. Так, ну что, выпадает бог огня Люкан? Ха-ха, конечно же, 100%. Вот так вот нужно, в принципе, выбивать алмазных персонажей, которые за донат. Мы делаем покупку. Не так, как 20% добавляю. Да, вот, в принципе, сейчас, на данный момент, этот персонаж у нас уже третьего слияния. Офигеть, да, и это очень, конечно же, хорошо, когда мы прокачиваем этого персонажа. Дальше, конечно же, мы будем открывать еще один наборчик. И, в принципе, ребята, не переключайтесь. А что мы будем открывать, сейчас я вам реально покажу. Ребята, ну что, начинаем, в принципе, открывать. Посмотрим, конечно же, что здесь выпадает. Здесь, да, 12 карт выпадает, в принципе, одна алмазная карта персонаж. 12 карт башни. Ну, посмотрим, конечно же, повезет ли на этот аккаунт с алмазным персонажем.
И здесь что у нас? В принципе, тратятся бабосики, все отлично, выбираем карту, оплачиваем, купить вадено, нажатие и платеж выполнен. Вот каждый раз вот эту вот хрень все время сбрасывается. Ладно, погнали дальше. И что нам выпадет? Какой первый алмазный персонаж? То есть вот здесь всего один. Ладно, давайте нажимаем. Я не знаю, кстати, сейчас будет или карты на башню. Нет, выпадает черный дракон Канон. Это реально. Раньше можно было его за бабосики, то есть за золото купить. Сейчас мы за донат покупаем. Офигеть. Ладно, добавляем в коллекцию. Вот этот персонаж уже становится второго слияния. И 12 карт с этой башни, да, снаряжение с этой башни. Ладно, погнали, в принципе. Сукотаж. Три слияния, становится уже восьмое слияние, еще 9 карт. Ладно, погнали дальше. 5 карт лунный свет, охренеть. То есть с 5 на 10 сразу прокачивается это снаряжение. 4 остается далее. Очень, конечно же, жестко. Одно снаряжение, счастливая шляпа. А дальше что у нас выпадет? Змеиная кожа, 2 слияния, остается одна снаряга редкая. Конечно же, не повезло этому аккаунту, очень, конечно, жестко. И выпадает вдоводел, второе слияние. То есть одно слияние будет. Да, конечно, ребята, очень хреновый дроп, да. Сегодня даже вообще не удалось нормально что-то либо сделать. Потому что вот таким вот образом решил дроп нас не порадовать реально. Вчера даже алмазные персонажи выпадали поболее. Сегодня даже мы донатили, единственное, как-то в противовес, да, и добавился Люкан Бог Огня на аккаунт. Это хоть более-менее хорошо. Так что, ребята, если кто-то хочет, конечно же, прикупить такие же наборы, пишите мне в личку. В ВК, конечно же, купим, организуем, все это есть, все это получается. И, конечно же, кто хочет пополнять коллекцию с душами, можете писать именно в группу, в магазин Paradise или, конечно же, мне на личку. Вот таким вот образом можем сделать. Так что, ребята, напоследок что могу сказать? Спасибо за внимание, кто смотрел мое открытие, кто смотрел и смотрит мой канал, всем моим зрителям. Я вам пожелаю всего хорошего, хорошего дропа, чтобы МК Мобайл все-таки взял себя в руки и выдал нормальные нам наборы, чтобы прокачивали мы аккаунты. И всего хорошего, ребята, и всем пока-пока.